Друзья, всем добрый день еще раз. Время у нас 14:30. И вот Александр с Аней закончили свою рыбалочку. По всей видимости, у них либо свои дела, либо они замерзли. Но да, мы... на работу. На работу, тем более. Смотрите, вышло у них 6 форелин. 6, правильно я говорю? 6 штучек. Весом 8,5 килограмм. Я считаю, достаточно неплохой улов. Ребята молодцы. Ну и несколько слов все-таки. Как вам сегодняшняя рыбалка? Понравилось, не понравилось? Ну, все хорошо. Очень было. Здорово. Все хорошо. Единственное, ждем, пока размоет побольше. Так, пожелания ваши учтены. Александр, сегодня в ночь. Погода, конечно. С утюгом будешь размывать. Ребят, так очень здорово, спасибо. Удовольствие получили. Классами. Все, молодцы. Ну, на что вы ловили, вы уже нам рассказывали. Ребят, рады были вас видеть. Всего доброго, до новых встреч. Приезжайте в гости. Спасибо. До свидания.